Всем привет, доброе утро. Что у меня тут заготовлено? Разные всевозможные кусочки. Я их нагладила. Вот такие инструменты. Старая крышка от кастрюли, в которой я варю овощи. И большой поднос. Большего круга у меня в доме не нашлось. Несколько штук уже заготовлено. Все знают, сколько у меня органзы. Все знают, сколько у меня кусочков ткани. Поэтому, чтобы показывать, как я нарезаю, я не буду. Смотрите. С этой стороны у меня флизелин, либо какая-то подклада. Ну, из того, что вам не нужно. Затем идет ткань. Ну, это будет собираться, поэтому не важно. Это внутри просто, чтобы моя пицца была потолще. И сверху органза. Я делаю стежки. Не знаю, кто как, а Лакуся сняла урожай. Хочу показать сборку тыквы. Ну, без помощницы не получается этого сделать. Где-то еще одна помощница спит. Так, как бы мне это все показать? Вот это до окончательного, видите? До окончательного окончания сбора. А, вон она. Думаю, где ты делась, красавица моя? Она отдыхает. Мы пришли с прогулки. Это у меня заказ более больших. Видите, у меня вход пошло. Как хорошо, что я на тыкву могу утилизировать залежи своей шерсти. Вот коробку я уже израсходовала. У меня еще вот пакет и вот пакет. Это все шерсть. У меня еще есть в упаковках. А это, ну, надоело. Не хочу валять. Захочу валять, буду делать. Поэтому я смешиваю шерсть, смешиваю с холофайбером и набиваю. Они такие, видите, пухонькие, мягенькие. Здесь еще будут хвостики. И вот у меня еще 4 штучки. Значит, принцип сборки, как мне объяснили девочки в группе, принцип сборки йо-йо. Оказывается, есть такое. Просто я увидела тыковки, но они были из бархата. Мне понравились, я решила, что я сделаю из своей любимой арт-пиццы, арт-текстиля, как бы это назвать, ну как ни назови, красота красивенная. Я уже показывала, как я собираю вот органза, кусок ткани и, собственно, основа. Эту еще обстрочить нужно, как сказать, перестрочить. Вот, видите? Здесь я по рисунку шла. На этих, вот тут будет очень хорошо видно, видите, как будто бы снежинки прям. Видите? Здесь 2 цвета. Ну, в общем-то, вот так. Что я делаю? Ну, я думаю, всем понятно. Я делаю такой наметочный шов иголкой. У меня большая иголка такая длинная для сборки кукол. И я вот так простегиваю по краешку. Потом стягиваю, где-то дырку оставляю. Ну, раза в 2 больше, чем это. И потом потихонечку распространяю по внутренности. Наполнила, посмотрела, чтобы, ну, видите, вот они такие не забитые, то есть они не должны стоять прям как подушка, чтобы можно было придать форму. И потом, видите, каждый раз вот закрепила тут, в центр пропустила, вошла-вышла иголкой сюда. Я не могу показать двумя руками. В одной руке держу камеру. Я себя не очень хорошо чувствую, поэтому не хочу устанавливать все эти дела и показывать. Так, ну, я думаю, это понятно. Мне осталось сделать еще вот эти 2, что я показала. Собрать эту и вот эту, которую я еще не отстрочила. И потом делать хвостики и вот эти основы для хвостиков, как бы это сказать. Все. Как только я дойду до хвостиков, я просто одну партию уже развезла, а это еще одна партия. И нужно будет еще другого цвета, несколько средних. Видите, эти большие, эти маленькие. А мне нужно еще несколько штук, 5 средних. Ну все, потом покажу.
Так, подходит к завершению изготовления моих тыковок. Помощница уснула, устала. Видите, я приложила, но еще не... Это я приготовила приклеивать. Хвостики я просто скручиваю. Все это еще не приклеено. Приклеивать буду горячим пистолетом. И в этот раз я пытаюсь выгадать размер, а кусок ткани ограничен у меня такой яркий. Кусочки, а тыквы мне нужны как можно больше. Поэтому, чтобы закрыть окошки и не делать вот эти попки огромными, вот самая большая это вот эта, эти поменьше, но там она мне подойдет. А вот на эти большие дырки даже такая попка не закроет. Поэтому я сделала вот такие из органзы юбочки, видите? И вот так будет с юбочками. Греется клей, буду приклеивать. Все, я думаю, понятно. Видите, вот обычная такая типа салфетка, только пряжа суровая у меня. Как сказать, такая. Боже, одна лежит, спит, вторая танцует. Собаки мои пляшут. Ну все. Так, это что? А, думала, хвостик лишний. Вот у меня 4 тыковки. 4 маленькие и 4 большие. И еще мне нужно штук 5 средних. Не знаю, как я их осилю. Я от них немножко притомилась. Там еще одна вон помощница, которая пляшет. Маечка, Майя, скажи всем привет. Скажи, подписывайтесь, ребятки, на канал. Вот так. Моя куропаточка, да. Она знает. Да, она очень разговорчивая девочка. Да, да, моя красавица, да. Да, моя куколка, все, все, все. Все, все. Надеюсь, я смогу показать то, что хочу, да, смогу. Несколько света и скажу, ну, будет понятно. Смотрите, я делаю тонировку. Обычная краска акриловая для ткани. Я делаю тонировку на попках тыквочек. На попках тыквочек. На этих двух я, видите, юбочки сделала. Так, нет, на трех. Вру. Вот еще одна. Вот еще одна. Все, эта партия готова. Сейчас я все это сделаю в интерьере. Потом все соединю. Покажу.